Здравствуйте, привет и все прочее. Вы, наверное, уже все знаете, это реакции, это вот манифест на всю жизнь оставшуюся. Аризона, Ролиплей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Давайте приступим к видосу, к самому. Сегодня мы смотрим Брайана Фьюри, моего любимого, моего лучшего. Я себе залез немного в глаз, проводом от наушника он будет вот так вот, наверное, может быть и не так, я не знаю, что вообще будет. Да, давайте приступим. Продержись минуту и забери бизнес. Аризона РП. Видос идет почти 9 минут. Давайте посмотрим, что там такое. Салам алейкум всем, ребята, ну, на связи фура на админке. Фура на админке, может фура там на блю. Сегодня на нашей с вами Аризонке. Нашей с вами, почему нашей с вами? Мы что, донат с него получаем? Нет. Прескот наконец-то начнет. Аризона РП Феникс, друзья, наша с вами. Это охуенный трек. Лучший. Вот он, вот какая же ты мразь, ты просто материшься в первые несколько секунд, чтобы у меня сняли монетизацию, ты красава. Просто почитай правила Ютуба, фура, ну это ну, например, невозможно. Как вы смотрите на то, чтобы магазин аксессуаров под номером 99 возле ЖДСФ... У тебя экран трясется немного. ...достался какому-нибудь игроку, в случае, если он сможет продержаться у этого бизнеса больше 2 минут. А он сможет Мне кажется, продержаться? Такого в Сэмпе вы еще не видели. Ну а перед началом полезная реклама. Ага, кто? Если продавец вертов? Британчик, тебе тоже мама денег не дает, а за... То можно искать каналы за деньги, да? ...на Аризону и... потом купить себе крутой безак. Искать каналы. Специально для тебя есть такой сервис, как Aviso. Здесь ты выполняешь те же самые функции, что и обычно каждый день. Ну, понятно, понятно. Смотришь видосики. Дизлайки там нажимать кому-нибудь на видос, там харчевнику под ролики от призыва нет нажимать. Подписываешься на каналы, пишешь комментарии. Да. Вот такие. А ссылка будет в описании. Переходи и зарабатывай кэш. Ну что же, вот такие два прекрасных беза у меня висят на аккаунте. Первый из них под номером 100 и находится напротив автошколы, а второй под номером 99. Сейчас я вам его покажу, стоит только своими клешами. А зачем он только 0? Как-то правильно здесь вписать цифры. А, ну он не может вписать цифры, мы ну тэпаемся ясно. К 99-му бизу, а потом что делаем? Тоже является магазином Аксов. Офигеть, как же так вышло-то? Сейчас я вам дропну их финочки, во-первых. Ага, давай. 90... Дропни их финочки, йоу, мэн, дроп фин in the YouTube videos, yeah. 9-й бизнес, заходим сюда и открываем статистику за неделю. Вот такие цифры, сколько мог стоить этот бизнес, решайте сами для себя. Ну, 1 010 000 рублей. Мне они оба достались от моего подписчика по тем... А, понятно. А мне почему подписчики бизнеса не дарят на Arizona RP? Пацаны, Данте Конор мой никнейм. Промокод NoToxic54, все есть в описании. Что, типа, их надо продать в сумме за 220 000? Эту сумму я должен отдать своему подписчику, а все, что я наварю свыше, остается у меня в кармане. А, ну ясно, конечно. Понятно. Же продать их еще не получилось, а теперь давайте приколим. Так они с гос только 230 стоят. Или это один? И второго безака, хотя стоп. Сами логически подумайте, где находится тот бизнес, в каком он неприметном месте по факту, и в какой охуенной точке располагается 100-й магаз. Он стоит прямо напротив автошколы, сука. Здесь отмет... Прямо напротив автошколы, сука. Вот эти вот маты, это прям отлично. Проходимость, куча людей, что из автошколы... Маты отлично у тебя. Ты маты прям, бля, ёпта, бля, нахуй, бля, у меня монетизацию отключат, бля. Ну что и насчет новичков в том числе тоже, которые прибегают сюда, сдают на права, не видят этот магаз. Магаз одежды вместе рядом с закусочной. Так поставь платный вход, у тебя финка больше будет. Но почему-то по финочке, блядь, здесь какой-то пиздец. Какой-то пиздец, ёпта, бля, сейчас по финочке, сейчас я вам это ёпта, покажу. Бля. Вот финка 100-го магазина, и она уступает, ебать, 99-му. 99-му, ёпта, бля, уступает она, ебать. Здесь происходит, почему это так, я не знаю. Я не ебу в душе, ёпта, бля. Оба магазина мною не пиарились ни разу. Никогда, я максимум ёпта, заходил бля. Раз в 2-3 дня и... Оп... И ёпта, бля, оплачивал. Эти безы, чтобы они... Ёпта, нахуй, безы оплачивал. Продукты в них я до сих пор не привозил. Ёпта, бля. Короче, план такой. Вот этот безак я продаю максимально фастом, потому что... Фастом. Yeah, fast, bitch, cringe, yo, кек, лоу. Я не хочу с ним уже возиться, ебаться, я пытался ебаться, его... Ебаться, трахаться, секс половая, ё, бля, е. Yeah. Хотя бы за 200 кк и пососал... Антисам. Хуй. И исходя из этого, я его сливаю... Пососал по... хуй, отлизал пизду. Самой быстрой цене, потому Отлично. Что самое главное, тут зеленая зона, и люди не могут друг друга Заебись. Дремить. Заебись. Они все будут стоять, и хуй пойми, кто потом... И хуй пойми, куда, ёпта, бля, нахуй их, бля, ёпта. Выиграет. А вот... Вы...
ебать, до 99-го биза, я надеюсь на то, что там можно деймиться. Пока что я... Надеяться, он вот люди друг друга убивают, он надеется на это. А вот ты не твой. Проверял, там рядом со мной стоял какой-то Артём. Артём какой-то, ёпта, бля, да? Иди, давай приколимся. Пизда, ёпта, хуй, давай приколимся. И здесь дамаг проходит. Держи, братанчик, хпшечки, а я пока что напишу в VR-чат о том, что продается сотый биза. Отлично. Финки вы сами видели, хз, за сколько можно продать, блядь, за 150. Бля, ёпта, бля, нахуй, пизда, за 150 не возьмут, еба, вы вот нахуй, ёпта, бля. Приколимся, ёпта, бля, нахуй, хуйню, ёпта, бля, за 150 кака. Продаю, ёпта, бля, магаз охуительный, хуёвый, 150, бля, ёпта, сука, хуй говном, пизда. И теперь остается только ждать, пока тот самый заветный клиент не отпишет и не скажет... Ёпта, заветный клиент, ёпта, нахуй возьму, сучка, бля, дун... Кабель, ёпта. Маркус Винстон. Он просит за 100 ему отдать, я прошу за 120 взять, хотя и знать... За 120, ёпта, бля, взять, за 130 поменять, реально, нахуй. Сучка, здесь цена... Сучка, кабель, блядь. A few moments later. Итого, я предложил вот этому кенту, Майк Янг... Кенту, ёпта, бля, нахуй, бизак, бля. И он его купил за 100 кк. Ура. Я... Чё, дурак, ты же за 220 максимально хотел. Просто заебался с этим бизаком, чё-то здесь продавать, покупать у таких такси. Бля, по 100 тысяч в день зарабатывал, ёпта, бля, нахуй, бля, ёпта, нахуй, бля. И не мог тут ещё что-то здесь пиздец. Типичных, сука, барыга, ты пиздец. Ну шо, ребятки, хотите принять участие в трэшовой МПшке? Такого... Ёпта, бля, трэшовая МПшка, хуй говно, ёпта, бля. Не было. Мать вашу, бля, ёпта, ебут, надо сразу нахуй, же ёпта, бля, на Украине где-нибудь, ёпта, бля, поставить эвент-меню, подождите. Эвент-меню, бля, ёпта. Кидайте, поставить, пожалуйста, хуй, мне ёбаные трейды. Ёбаные трейды, хуй говно, в жопу. Минуты и... Ёпта, бля, продержись 2 минуты и забери, бизнес, ебать, ой, котлету бизнеса, бля, название это уже ёпта. Просто лютейшее. Лютейшее суето навести охота, бля, ёпта. Пусть будет 200, все норм. Время действия телепорта 60 секунд. 600 секунд, ёпта, бля, чтоб никто, ёпта, не пиздился, бля, туда-сюда, ебать. Отбирать оружие при телепорте мы не будем. Не будем, нахуй, бля. Нихуя себе, бля, ёпта, бля, не будем. Смотрите сюда и слушайте внимательно. Нахуй, блядь, внимательно. Телепорта, ёпта, к бизнесу под... Ебать буду вас в жопу, бля, ёпта, его бля. Стоимость около 150 кк. Ёпта, теперь бля. Ваша задача. Кто продержится у него ровно 2 минуты, тому он достанется... Нахуй, по бля, ёпта. Ну шо, по госу, бля, вам ёпта. Пизда, поэтому желаю удачки. Эвент-меню, запускаем телепорт и просто начинается пиздец. Пиздец, ровно пизда, ёбля, хуй, подождем, говно. Пока все люди здесь перепиздятся. Ха-ха, перепиздятся. Пиздятся насилие, убивают людей, смерть, гробы. Ой, бля. Ой, бля. Один FPS, кажется, я ничего еще не выкупаю, что происходит, хотя сколько нет, FPS? Даже 10 FPS. 10 надо FPS, один слегка. FPS, блядь, это один кадр в секунду. Блядь, чтобы тишка. Они это поняли, ну, блядь, вот эти, FPS. Сука, кладмены снова. Кладмены, сука, ёпта, блядь. Пожалуйста. Некоторые люди поумнее забегают внутрь, весь сервак, сука, просто дэмится. Посмотрите на килл-лист, там он обновляется с космической скоростью. Вот, пиздец, сука, уже собака. Вот, сука. Пишет, бля, фура, ёпта. Отписка плюс здесь, такой ютубер делает ДМ на сервере, просто пиздец, не хочу тебя смотреть. А ты, молодой, просто отдохни за неадекватство, пожалуйста, на 5 дней, потому а, что вот такая он хуйня что мне делает. Что-то не особо. Такая хуйня, ёпта, бля, я по душе не особо, очень быстренько, бля, закончились, а Марк Павлов снова остался здесь. И надо в АО уточнить то, что надо простоять в пикапе красном 2 минуты ровно. Кстати, надо бизак закрыть, потому что там люди внутрь заходят, а мне это что-то... особо не по душе. Так что, ребятишки, так для того, чтобы вы такой хуйней сделать. Не страдали и не сочиняли мне какой-то пиздец, я вас всех внутри заспавню, а бизак закрыть. Прошло прям охуеть, дохуя, бля, времени, ёпта, облегчаем бля. Им слегка задачу и простоять теперь одну минуту. Сейчас, секундочку, напишу. Облегчаю вам задачу, теперь надо простоять на 99-м бизе ровно одну минуту. О, ёпта, бля, минуту, бля. Все, готово вот теперь. Ну все, получается, ждем, пока ребята простоят хотя бы одну минуту на этом пикапе, я заебался следить за тем, заебался, что ёпта, бля, пиздец, следить, ёпта, нахуй, бля. У меня уже желание в ГОС, и кому он достанется, тот молодец, все. Ровно 9 секунд, и этот чел выигрывает. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
одна он достоял, блять, он достоял до самой последней его секунды. Его убили, конечно. То есть получается, да, братанчик, ты завинил, нихуя себе. Это у нас некий Данил Качкаев, Данил кажется, Качкаев, у него 80-й левел. Говно, ну, по пизда. Деньгам здесь у него не так уж и весело, всего 95 миллионов, что по аризоновским меркам не так уж и много. Ну, а понятно, теперь мы заявляем в АО МП закончено. Магазин Аксов номер 99 достается ему. Тут для 761 тысяча я все эти деньги сниму, потому что они мне пригодятся. 761 941 бат. 761, ну, мог бы я оставить, блядь. Финку еще раз я вам запечатлю, если вы забыли, пока смотрели этот видосик. Сейчас мы заходим в дополнительно, в статистику за неделю, и вот такая здесь охуенная финка. Все, ребят, на этом МПшка закончилась, а для тех ублюдков, которые ублюдков, ноют, сука, опять же, сука, говно. Без остановки, как они бесят нахуй. Сука, объясняю, нахуй, вас, блядь, никто здесь дэмить не заставлял. Не заставлял. Если вы попали в ТСР, это сугубо ваши личные проблемы. Потому что вы могли просто никого не убивать, не дэмить, и вас бы никто не посадил. Вот именно. Так что нытье свое, пожалуйста, оставьте при себе, для вас никто не будет преклоняться и ублажать ваши какие-то сокровенные мечты, планы и желания. Поэтому, грубо говоря, идите нахуй. Ну, а ой, нахуй, в пизду, бля. На сегодня все, ребятки. Идите в пизду, спасибо пидорасы, всем огромное за просмотр. Хуйсосы, думаю, было весело. Нихуя, бля, вообще я сидел. Час он тут простоял, а видос на 8 минут идет, всем пиздец. Всем желаю удачи и, конечно, о, рекламка еще начнется, блядь. Увидимся. Увидимся, когда увидимся. Пока, давай, бля, все. Озон, бля, ролиплей. Аризона, ролиплей, Феникс. IP, а также мой никнейм, а также там состояние по жизни. Все тут, все там. Спасибо, до свидания, пока. И всего наилучшего, всего хорошего вам, пацаны. Пока, до свидания. Заходите на Аризона, ролиплей, Феникс. Данте Коннор, NoToxic54 и все прочее. Пока.